Открою вам маленький секрет. Редакторы думали, как сделать нашу встречу незабываемой, и чтобы вы запомнили начало нового сезона на Первом канале навсегда. Давайте сделаем новую студию, сказали одни. Вам нравится? Давайте увеличим число зрительных мест. Теперь 200 человек в зале – это самая большая студия на российском телевидении. Давайте сделаем так, чтобы Малахов поменял свой имидж, сказали редакторы. Пожалуйста, 5 пластических операций и костюмы лучших дизайнеров. Все это в гримерной, и я перед вами. Мы готовы доказать, что мы лучшее ток-шоу на телевидении. Поэтому мы начинаем, но прежде сегодня, 9 сентября, 16 часов 53 минуты, мы решили, что именно здесь, на этом месте, должна быть заложена капсула с посланием будущим зрителям программы «Большая стирка». Право заложить текст с обращением к будущим поколениям зрителей программы «Большая стирка» предоставляется директору-распорядителю мест у Кремлевской стены Ивану Денисовичу. Давайте его приветствуем! Добрый день, Леонид. Здравствуйте. Скажите, волнуетесь? Да. Нашу передачу смотрите? Обязательно. Ну что, наверное, впервые в студии закладывается капсула. Я хочу открыть секрет, что здесь, давайте покажем, там находится письмо с обращением, которое мы откроем через год здесь, когда мы будем отмечать день рождения программы «Большая стирка» на церемонии «Золотой прищепки». Итак, все готово у нас. Давайте. Да, 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 что вы хотите? Вас там плохо слышно, поэтому... Сейчас, секунду. У меня была просьба. Я очень люблю вашу передачу «Большая стирка» и хотела бы заложить туда, в эту капсулу, для будущего потомка свое кольцо. Это кольцо мне очень дорого. Мне подарил его мой супруг. Я знаю, что он... Точно хотите? Да. Как бы символ нашей любви и символ, думаю, всех зрителей. Пожалуйста. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Давайте, открываем капсулу. Складывайте. Ну что, на год? Да. Договорились? Ну что, смелый поступок? Кто-нибудь может, хочет заложить что-нибудь еще? Бюстгальтер? Паспорт? Кошку? И вы свое кольцо? Римма, добрый день. Вы должны были появиться по ходу программы в середине, потому что Римма участница конкурса «Мисс Большая стирка». Еще одно кольцо! Бог любит троиц! Бог любит троиц! Но это целый год! Ради Бога! Ради Бога!
И браслетик. Браслетик. Хорошо, ну ты обещаешь прийти на церемонию. Да. Договорись, как тебя зовут? Лера. Лера. У нас сегодня не так. Вас как зовут? Света. Света, слушайте, ну мы не ожидали, просто... Ну, обещаю, обещаю все сохранить. У нас и урны не хватит. Оп, стоп, стоп. Все, все, в капсулу. Закручиваем. Слушайте, еще. Свои бусы. Они не хотели мне сказать. Не Спасибо вам большое. Супер. Браво, браво. Так, столько драгоценностей. Похоже, придется нанимать охрану и ставить это под сигнализацию. Да, 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 да. Да, мы не ожидали, конечно, нет, такого. Не ожидали. Ну что, Иван Денисович, давайте. Да, давайте. Подбурные аплодисменты. Здесь мы закладываем капсулу будущим поколениям. Итак. Итак, напоминаю, что было написано в этом письме. Вы узнаете на церемонии «Золотые обреченка» в конце этого сезона. Спасибо большое. Удачи. Ну что, дело сделано. Теперь пора и перейти к теме нашей программы сегодня. А она звучит просто как сочинение в школе. «Как я провел лето 2002 года». И я приглашаю сюда на сцену нашу первую гостью. Первый месяц лета стал для нее самым тревожным месяцем лета. Итак, встречайте, наша героиня Галина Анатольевна. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, почему июнь стал для вас таким тревожным месяцем? Потому что в июне был чемпионат мира по футболу. Переживали? Ой, очень. Угу. В какой самый тревожный день был, скажите мне? Когда с японцами играли. Как вы смотрите футбол? Пиво? Чипсы? Нет. Какая-то посуда в доме остается после просмотра? Так? У меня пальцы сводят, когда я держу пальцы за нашу команду. Просто это. Ага. До посуды я не успеваю добежать. Но все-таки легче смотреть в компании или одной переживать? Ну, одной спокойнее. В компании я начинаю кричать, на что меня ругаются сразу на меня. Что вы кричите? Ну, как обычные болельщики. Что ты делаешь, кому ты отдал? То есть вы даже-то так все понимаете, что кто кому отдал и кто кому не додал? Ну, конечно. Неплохо. Но в зале находится ваша дочь. Да. Светлана, для которой июнь тоже стал тревожным месяцем. Сейчас мы узнаем, смотрела ли она футбол. Ваши аплодисменты Светлане. Тоже болельщик? Ну, да. Нравится, как играет сборная? Нравится. Играем как можем. Скажите, переживали в июне? В какой день больше? Обидно было, когда уже стало точно ясно, что мы вылетели. Смотрите в команде или одна? Ну, предпочитаю, конечно, с друзьями, то есть это интереснее, с пивом, как вы сказали. Угу. Вот. Понятно. Рядом с вами, я так понимаю, друзья, да? Добрый день. Вы как оцениваете июнь месяц? Ну, для нашей сборной, я думаю, что трудный вообще-то месяц выпал. Вы по-прежнему в черном цвете? Да, скорее всего, с этим связано. А когда были события на Манежной площади? Ваши эмоции были? Угу. Честно говоря, вот мы смотрели по телевизору. Страшные, конечно, события были. Вот. То есть вы поняли вообще, как могут разобраться болельщики, если проиграют? Я послышал эту шутку, что в следующий раз, когда будет играть наша сборная, их машины нужно как раз припарковать на Манежной площади, и тогда они будут играть лучше. Это что, шутка? Ну, такая шутка. Нет, не слышала. Ну, я думаю, что сейчас время пригласить человека, которому все равно было тяжелее в июне месяце. Именно на него с тревогой и надеждой смотрела вся страна. На вашего зятя, Галина Анатольевна, и вашего мужа, Светлана. Итак, встречайте, Владимир Бесчастный, в программе «Большая стирка». Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Давайте о приятном. Как удалось провести лето и что было еще хорошего, кроме чемпионата мира по футболу? Ну, ездил в пионерский лагерь. Купались. На вторую смену?
Да нет, естественно, для кого это время отпусков, для футболистов как раз это время работы. Ага. Не только чемпионат мира, но и чемпионат России проходит именно летом. Поэтому, когда все очень хотели, чтобы были жаркие дни, мы молились, чтобы было как можно холодней. А тренер-лагерь это что, там были сборы? А, это была шутка. Простите, слишком волнуюсь, начало сезона. Нередко журналисты вспоминают незабитый гол в ворота Японии. Вы считаете себя виновным? Ну, естественно, я же его не забил. Хотя тоже хотелось бы крикнуть, куда ж ты бьешь. А потом смотрю, это я. А и когда возвращались, интересно, боялись, что вы так? Ну нет, ну громко сказано, боялись. Но хотя был инцидент, нас встречали болельщики. Хочу, кстати, перед всей сборной, перед ними извиниться. Мы хотели к ним выйти, болельщики были настроены очень, очень к нам положительно. Но служба безопасности, чтобы не было никаких инцидентов, вывезла нас из аэропорта другим ходом. И даже если кто хотел выйти к болельщикам, их просто не пускали. Угу. А кто-то хотел выйти еще с ними разобраться? Не разобраться, я хотел выйти просто, а что бояться? Скажите, а за родных переживали? Я за родных? Да. Ну, естественно, конечно, переживал, меня месяц дома нет, что они там делают? И, по-моему, жен не разрешили взять? Меня это всегда интересовал. Жен не разрешили брать с собой, да? Нет, я, ну, как бы, разрешили. Но моя не ездила. Почему? Вам хорошо без нее или просто... Нет, дело в том, что поехала бы она, не поехала, все равно было бы без нее. Нас там закрыли, выходить из города было нельзя, опять в целях безопасности, даже не упускали за пределы лагеря, в котором мы находились. Более того, даже когда мы выезжали играть в другой город, нам не разрешали выходить из гостиницы на прогулку. Поэтому наблюдать эти вот жалкие встречи, когда наши футболисты встречались с женами, там, самые сильные на вокзале, когда их не поезд шел в правую сторону, а наш в левую. Вот этот минутный вот этот вот поцелуй, я думаю, слава богу, что я не поехал. За 6 тысяч долларов мне поцеловаться, ну, дом пускай поцелуют. Слушайте, как вы целый месяц обходились вообще без мужа? На самом деле у меня была сессия как раз в июне, поэтому все прошло. Все прошло нормально. Все прошло нормально. Вы все силы бросили на учебу? Да. Слушайте, ну а правда, как ребята обходились целый месяц без женского тепла? Может, поэтому плохо играли? Трудно сказать. Нет, ну обходили без женского тепла, это однозначно. Ну, возможно. У вас были сомнения? В каком случае? Нет. Я знаю, что вы со Светланой познакомились в самолете, это правда? Да. Вот она не боится вас отпускать, если вы действительно такой ветреный парень, в самолете можете знакомиться с девушками? Я хоть и много летаю, но я не ветреный. Ага. Свет. Ну? Ну, это судьба. Судьба на 10 тысяч метрах над землей? Да, на 8,5. На 8,5? Это была зона турбулентности? Ни в коем случае. Все было спокойно, ровно и гладко. Кстати, он был с братом. Uh-huh. Приехал, он сказал, что это его брат, совсем не похож, близнец. Uh-huh. Ну, кто бы больше понравился, брат или Владимир? Или вы сравнивали все-таки первый вечер, наверное, когда познакомились? Нет, я не сравнивала. Он мне сразу понравился. Итак, тема нашего эфира сегодня – «Как я провел лето 2002». Хочу спросить у наших гостей, как они провели лето. Наша компания поехала в Евпаторию отдыхать. Пошли ночью искупаться. Естественно, голышом. Возвращаемся. Одежды нет. Вообще. Пришлось возвращаться через весь город перебежками. Может, в море унесло смерчем и штормом там? Нет, было очень далеко от берега. Достаточно. Достаточно. На достаточном расстоянии, конечно. Но сейчас вы в одежде, смотрю, так все пододелись. Да, естественно, приоделся, пришлось. Ага, все нормально. Да. И хотелось бы просто к ним обратиться. Дорогие угарные украинские парни, верните, пожалуйста, одежду и сотовый телефон на московский стол находок. Московский стол находок. Как у нас? А у нас получилось так, что и хорошо, и плохо. С одной стороны, хорошо, что Большая Стирка была в отпуске. По крайней мере, мы смогли дома заняться своими делами. А с другой стороны, настолько было скучно, что все время бежали к 5 часам. Скорее включить телевизор, а Большой Стирки не было. Ну, теперь будет. Так, да. Теперь все возвращается на круги своя. Большое спасибо, что наконец-то... Пожалуйста, вместе... пожалуйста. Что у нас? Как ты провел лето? Я хорошо. Чем занимался? На велосипеде катался. На велосипеде? Что еще делал? Ничего. Больше ничего? Все лето на велосипеде? Ага. Ясно. Я так понимаю, что это самые достойные наши зрители.
Они время зря не теряли. И пока стирки не было, они занимались урожаем. Добрый день. Добрый день. Слушайте, у вас богатый урожай, действительно. Да. Что лучше всего в этом году родилось? И помидоры, и огурцы. Что у вас? Засуха помешала. Засуха мешала? Да. Правильно. Поэтому пришлось рыть колодцы. Угу. И все это дело поливать и выращивать на нашем участке. Ну покажите, что у вас выросло. Повыше поднимите корзинку. Здесь так. Там помидор. Лови. Опс, молодец. А у вас, смотри, у вас размер имеет значение, действительно. Черная красавица вся, вот, выглядит хорошо. Жарите, что делаете? И консервируем их, и жарим, и курочку делаем. А, и курочка все... очень вкусная, да-да-да, это оригинально. Слушайте, а что за цветы у нас, расскажите вот эти, это что? Это цветы бархатцы. Это бархатцы, да. Ага. А это? Это голубая норка. Голубая норка, да. Крашеный писец. Да, крашеный писец. Отлично. Вот очень хорошие цветочки, называется подсолнечник. Можно достану один подсолнух? Да, пожалуйста, он декоративный. Подарю нашей первой героине. Да, пожалуйста. Хорошо? Да, конечно. Вот, можете какой? Все подарить. Могу все подарить? Конечно. Хорошо, конечно. Все, беру все, сейчас подарю. Ваши аплодисменты. За смелость. Итак, для нашей следующей героини до недавнего времени дача тоже была местом отдыха. Но этим летом все изменилось, и лето превратилось для нее в кошмар, как она утверждает. Встречайте, наша гостья из Подмосковья, Зинаида Алексеевна. У вас там новые коридоры, поэтому все путаются. Справитесь, верим. Наилучшее, верим, будет. Да, действительно, Наталья Алексеевна сказала нам, что очень волновалась тоже. У нее внук Андрюша. Да. Итак, где вы обычно проводите лето? Ну, на даче. Угу. У нас дача Пушкина, станция Пушкина, 20 минут от станции. Ага. Вот там мы живем уже вот с 80-го года, 22 года. 22 года уже. На даче. Вот настолько привыкли, у нас очень были хорошие соседи. Справа, слева там у нас улица. Справа. Но лето было испорчено. Было испорчено, потому что приехали новые соседи. И прямо скажу, хоть и женщина, но она просто, ну, как выразиться, хулиганочка. Ага. Да. И... Озорница. Озорница. И чем она такая озорница? Ой, она такое выделывала. Ну вот, например, я вам сейчас случай расскажу такое. Значит, я выносила мусор там через дорогу в яму. И иду, а она выходит из калитки. Ага. А у нас калитки рядом, абсолютно рядом. И она идет с ведром, у калитки стоит с ведром, а в ведре у нее мыльная вода. Угу. Эмалированное ведро. И говорит, куда мне вылить воду? А я говорю, я тебе, Катюшенька, несколько раз говорила, вырой яму у себя на участке и выливай. Она опять, куда мне вылить? С сигаретой. А я говорю, да на себе выливай. А она, что вы думаете, на меня как плеснет все это мыльную воду? Вот так вот. Наглая нахалка. Вы поставили ее на место? Я поставила. Я тут же, благо, что от нас, это милиция рядом, там у нас больница, милиция рядом. Я побежала туда, в милицию, быстро написала, как все было, и милиционер пошел со мной. Она мне, надоели вы мне своей этой, замечаниями, приказаниями, указаниями, старая курия, о! Старая курия. Ну какая старая курия? Ну, в общем, никак повлиять на нее не удается. Музыка... Ой, она меня оскорбляет. Два раза назвала меня почему-то редиской. Дважды назвала меня, понимаете? Вот такая хулиганка, и ночами у них музыка играет, приезжают гости. И никакого, ну, никакого жития нет. Ну, молодые, хотят, может, отдыхать? Они молодые, да, ну, хотят отдыхать. Ну, отдых-то есть предел, есть ему предел, они... Ну, в общем, безобразно. Понятно. Я не знаю, что делать. Понял. Я понимаю вашу проблему. Мы связались с вашими соседями. Сегодня хозяин дачи, Виктор, в гостях у нашей программы. Встречайте, Виктор! Добрый день. Добрый день. Ну, вы слышали, Зинаиду Алексеевну,
Вы с ней знакомы? Видели ее? Знакомы, это моя соседка по даче. Как вы обычно проводите лето? Ну, обычно ездим на море, а вот это лето решили построить дом. Переехали? В мае месяце, как я знаю, Зинаида Алексеевна, да? Нет, начали строить в мае месяце. Ага, вот. Понятно. И как строительство? Ой, ну как, поменяли много строителей сначала. Да шумы столько, ну, от вас, грязи, шумы. Да, сейчас послушайте. На нашей территории заградили проход, вот мой простите. Друг, он на велосипеде не может проехать. Она, ну, ему шину эту вколнула. Простите, ну стройка есть стройка, Зинаида Алексеевна. Ну, ваша жена, вы знаете, что делает на даче, или вы не знаете? Нет, моя, она там шуры-муры. Моя жена удивительный человек. Итак, у вас проблема со строительством, я понимаю. Ой, начиналась, да, проблема. Наняли строителей из Белоруссии бригаду. Но когда приехали на участок, у них даже инструментов не оказалось. Наняли вторую бригаду, те любили выпить. Так наняли третью, четвертую, и, наконец, концов я решил бросить на этом году стройку, значит, со следующего года. Вот. Но все-таки стройка продолжается, судя по словам. Стройка продолжается, но жена не согласна была с моим решением и решила... Шума-то стройку взять в свои руки. Сколько шума? То есть она теперь прораб? Ну, можно сказать, она вообще дизайнер. Как идет строительство с ее участием? Ну, знаете, я там не появлялся, но недавно вот заехал, был удивлен ее успехом. Она там шурму... Дом практически уже закончен. Ну, что вы все шурму? Моя жена удивительный человек. Ну, то есть жена... Зинаида Алексеевна, прости. Ваша жена удивительный человек? Да, я ее очень люблю. Да она халка, она, знаете, ну вот тут, ну халка, он слышал, уже слышал, он был в секретной комнате, она, знаете, слышал. Как выражается? Ну, она меня редиска называет, ну, старая курица. Ну, это не про нее, это не про нее, Зинаида, не про нее. Здравствуйте, не про нее, ну, не, а про не может быть такого, не вот. Может быть такого. Я думаю, что сейчас самое время поговорить с прорабом Катей. Катя у нас в секретной комнате, но Катя по просьбе наших редакторов ничего не слышала, она была сейчас в наушниках. Поэтому она не знает об обвинениях Зинаиды Алексеевны. И сейчас появится у нас здесь. Итак, сейчас редакторы снимут наушники. Встречайте, Катя! Добрый день. Добрый день. Я думаю, вас не нужно знакомить с соседкой по даче. Безусловно, хорошо знакомы. Итак, вы ничего сейчас не слышали, как я понимаю, да? Нет. Вы были в наушниках. Виктор говорит, что дача строится отлично, и он очень доволен тем, что вы взяли инициативу в свои руки. Конечно, если бы не я, дача строилась еще минимум лет 10. Я думаю, что все в зале меня поддержали. Кто-нибудь здесь пробовал строить дачу сам? В качестве прорада и прорабы смотреть за рабочими, это очень тяжело. Так прорабы там у тебя шуры-муры, прорабы. Да что вы опять за бред говорите? Конечно, я сама видела. Владимир, вы не пробовали строить дачу? Вы сами пробовали когда-нибудь строить дачу? Квартиру достать? Видно мне. Какой забор? Вы из сериалов насмотрелись каких-то? Чего там? Мексиканских сериалов насмотрелись? Успокойтесь, сидите. Зинаида Алексеевна позвонила нам. Она была недовольна ситуацией, что шумно, что проблема у вас была с милицией, когда вы облили ее там водой. Она утверждает, что это было, приходила милиция. Ничего этого не было. Это бред полный. Все дело в том, что по просьбе Зинаиды Алексеевны... Мы побывали на строительстве вашей дачи. Зинаида Алексеевна, послушайте, сюрприз для всех вас. Мы установили там секретную камеру, которая наблюдала за тем, как идет строительство. Поэтому сейчас на этих экранах мы увидим то, что мы засняли. Итак, давайте посмотрим. Да успокойся его, а? Не вам судить, итак, мне никто. Виктор ушел, потому что все-таки, вероятно, он понял, что... Вы знаете, я этого совершенно не ожидала, это уже вмешательство в личную жизнь. Это без комментариев я оставляю. А какая? Это совершенно мое личное забор, дело, знаете, как мне строить свою дачу. Все видно, я не подсматриваю. Вы не сами умеете. Молодая когда-нибудь есть, были? Я понимаю... Была, я и сейчас была? Молодая, да. Да, заметно. Да. А чем же я стала? Как я понимаю развитие событий, у вас уже очень хорошие отношения со строительной бригадой, и благодаря этому вы все строите и... У меня такие отношения, как не должны быть. Я все понял. Я сейчас хочу только разобраться с ситуацией, когда муж ушел из студии во время просмотра... Со своим мужем я разберусь сама, не в этой студии. Хорошо. Да муж у тебя золото.
Вы только что его обменяли тоже, по-моему, нет? С одной стороны. Вы сами разберитесь сначала, кто хороший, кто нет. На себя посмотрите иначе. У нас в гостях. Не вам судить этого. Вы приехали, какая здесь? Давайте сделаем брейк. Мы там 22 года живем уже. Ну, живите дальше 22 еще. Одну секунду. Иди сядь, сядь между, между ребятами. Между гостями, иди. А то они подерутся еще, да? Посиди там. Дайте поцелуй. Дайте мне мячик, пожалуйста. Ты какой молодец, дай поцелуй. У нас в гостях врач-венеролог. Дай поцелуй. У нас в гостях врач-венеролог Акафьян Гаспар Ваганович. Добрый день. Добрый. Скажите, как вы провели лето? В основном работал. Работы очень много, и летом, как правило, у нас рост заболеваемости. И особенно... Но если так, ты проводит время ну, на дачах, что касаемо вот на этого море. Сюжета, что я видел, конечно, тут комментариев, как бы, может быть, много. Но, как правило, такие встречи, они кончаются весьма плачевно. Угу. Вот, тем более, как правило, гастарбайтеры, они люди приезжие и, в общем-то, не обследуются предварительно. Я думаю, что результат может быть весьма плачевный. То есть Катю мы можем отправить к вам на прием, и она может сдать анализы за счет большой стирки? Вполне, тем более, нет, мы сделаем бесплатно, тем более Пушкина где-то близко к нам, по нашему направлению. Ради бога, всегда рады видеть. Посмотрите большую стирку. Полным ходом идет голосование на конкурс «Мисс Большая Стирка». На нашем сайте в интернете вы можете увидеть финалисток. А сегодня у нас в зале некоторые участницы этого конкурса из Москвы, которые прислали нам свои письма и фотографии. Итак, одна из участниц, вы уже ее видели, это Римма Лучко. Давайте поаплодируем Римме. Римма, я считаю, что ваш шаг принять участие в этом конкурсе можно назвать очень смелым. И мы действительно поражены и рады тому, что вы сделали это. Как пришла идея, скажите, что подтолкнуло вас? Вы знаете, можно я скажу, значит, Алиша Кис, получая свой Грэмми, сказал такую речь. Мне сейчас 21. А что будет, когда мне будет 31, 41, 51? Я не чувствую никакого давления. И мне всегда и все будет доступно. Я тоже не чувствую никакого давления. И мне всегда, и все будет доступно. Вы тоже решили принять участие в конкурсе летом? Отправили свои фотографии. В какой именно момент вы решили это сделать? Как услышала по телевизору о вашем конкурсе. Угу. То есть решили сами или все-таки друзья сказали, ну давай. Нет, давай. Сама. Вы сами. Угу. Вы? Ну, у меня сначала мама, а потом я за ней решила повторить. Это моя дочка. А, мама и дочка прислали нам фотографии на конкурс. То есть, конкурент. Вы не боитесь, что дочь выйдет в финал, а вы не выйдете? Ну, хорошо, пусть выйдет она. А если вы выйдете, а дочь не выйдет? Ничего, переживет. Переживет? Да. А-а-а. Поделите приз. Вы прислали ему? Да. Но я тоже по телевизору увидела. Решила написать. Я на телевидении хочу. На телевидении? Да. Вы можете остаться здесь. А если мы продолжим работу в качестве, не знаю, администратора на большой стирке? Согласитесь? Соглашусь, наверное. Да? Ну, смотри, какая зарплата. Какая зарплата? А если без денег? Ну, без в качестве денег. Хобби? Ну, в качестве хобби я соглашусь. На недельку? Ну, да. На недельку нет. Не на недельку? Не, на больше, папа. На больше? Ну, я не одна пришла, я с сестрой пришла. Для смелости? Ну, нет, она просто тоже хотела. Тоже хотела? Да. Ну, не прислала? Нет, я просто за компанию пришла. Просто за компанию? Да. Нравится большая стирка? Очень. Обожаю. Обожаете. Наши следующие гости в последние дни лета тоже принимали участие в своеобразном конкурсе. Встречайте, московские художники Мария, Филипп, Сергей, Дмитрий, Андрей и Катя. Добрый день, ребята. Кать, представь нам своих коллег по цеху. Андрей, Митя, Филипп, Сергей. Угу. Итак, скажите, как вообще пришла в голову идея провести вот такой своеобразный свой конкурс? Это конкурс? Это не конкурс, это
акция, когда люди смогли себя ощутить творцами, маленькими творцами. Сейчас на экранах и появится эта акция, вы можете увидеть ее. Итак, вы решили разукрасить скамейки на чистых прудах? Да. Скажите, сколько вы добивались разрешения, времени это сделать? Где-то, ну, все лето, на самом деле. Все лето вы потратили, да, на то, чтобы вот эта акция состоялась. Какой была главная реакция противников раскрашивания? Почему все лето вы уговаривали их? Противников? Ну, я думаю, это страх просто, элементарный страх, потому что все привыкли к серым скамейкам, и если они будут цветные, ну, это вот... Вот знаете, как в квартире, да, вот привыкли, что шпанер стоит на этом месте, и что-то сдвинуть, это уже как бы вот некий дисбаланс. Угу. Я думаю, просто страх. Сколько денег вам выдала московская администрация? Нисколько. То есть это была совершенно общественная инициатива? Да, те люди, которые участвовали, они купили краски, и столько, сколько они посчитали нужным, они вложили в это дело. Угу. То есть неплохо, за свои деньги вы решили раскрасить Москву? Сказали так, что вот московские художники, это совершенно неправильно, потому что вообще принцип и смысл этой акции, вообще, как вот это произошло объединение, именно в том, что вот позитив заключается в том, что любой человек может поучаствовать в этой акции. Даже Зинаида Алексеевна? Даже Зинаида, я думаю, в первую очередь Зинаида Алексеевна. Вы чем занимаетесь? Я актер. Вы актер? Да. Вы? Я доктор. Доктор? Психотерапевт. Приходите к нам на передачу, будете штатным экспертом. Я московский художник вообще. Вот я московский художник. Вы московский художник. Ага. Я тоже московский художник. Тоже московский. В Кубе. Скажите мне, вот вы как психотерапевт, что можете сказать о конфликте вот между соседями? Вы знаете, я практически ничего не могу сказать. Не слышали там, вы не поняли. Я могу сказать лучше про скамейку, как психотерапевт. Ага. Я считаю, что это прекрасный вообще способ снятия напряжения у любой личности. Сейчас очень много людей с невротической как бы ситуацией. Если человек что-то делает руками или как-то сам выражается, это очень терапевтично и полезно. И как бы это должен делать каждый, на самом деле. Это хорошая идея, купить вам скамейку на два дома, и чтобы вы ее разукрасили вместе и сняли стресс, может быть. Но как прохожие относились к затее? По-разному. Но дело в том, что уже тот факт, что мы сделали, мы показали людям, что можно в один день совершенно трансформировать пространство, сделать его прекрасным, это уже здорово. Но знаете, не все москвичи поддержали вашу инициативу, и сейчас именно с вами человек, которому ваша акция не понравилась, хочет пообщаться. Итак, встречайте, бизнесмен Михаил. Вот художник. Нормально, да? Мне было сорвано встреча с человеком. Я 3 месяца добивался эту встречу. Посидел на лавочке вашей. Ладно, бог с ним, с костюмом. А со встречей что теперь? Как вообще, как мне быть теперь, а? Нормально, да? Ни химчистка не берет ничего. Не берет? Нет, не берет. А большая стирка? Ну, большая стирка? Да, вы знаете, большая стирка. Большая стирка может быть и прополочит. А с человеком что делать? Встреча шорва. Ну, вы же не посмотрели на скамейку, костюм когда вы в нее садились. Два. Я понимаю, на самом деле я вам очень сочувствую. Я очень хорошо понимаю, что это такое. Посочувствую. Ну что, я думаю, единственное, что мы можем предложить, это, может быть, разрисовать костюм Михаила уже до такой степени, чтобы он приобрел действительно творческий стиль. У вас есть краски с собой? Может быть, действительно мы тогда можем проявить. Вы смотрите программу «Большая сырка». Спасибо, что не переключаете. О наших следующих гостях в последние дни лета узнала практически вся страна. Их песня стала гимном лета и покорила жюри на первом международном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Итак, встречайте. Новые звезды в мире поп-музыки. Гран-при конкурса «Новая волна». Влад Топалов и Сергей Лазарев. Группа «Смэш» у нас в студии. Здрасте. Здрасте всем. Ну, ваше лето точно можно назвать удачным. Очень удачное лето, и победа в Юрмале для нас была очень важна. И такой для нас старт хороший. Единственный печальный момент, это статуэтка, которая развалилась на две части, я прочитал. Да, она там не две части. Больше, чем на две части. Больше, чем на две части. Просто мы не утащили, да. В общем, это должно было быть вот так примерно. Тут 3 волны. Мы просто когда... Осталась одна. Мы просто когда везли, на вокзале нас встречало очень много...
народу, и она просто вывалилась под натиском людей, и она вывалилась и, к сожалению, разбилась. Но он, я думаю, что это на счастье, потому что все статуэтки, которые были подарены, все разбились. У всех трех лауреатов. В переводе с английского smash означает удар. Да, это да? Такой вдребезги удар, вот как наша статуэтка разбилась. Так кого вы так... хотите ударить в первую очередь? В музыкальном плане будет удар какой-то. Да, они хотят разбить ваши сердца. Это правда... Это правда, что вы дружите со школы еще? Вы сейчас решили петь? Ну, на самом деле, мы вообще двоюродные братья, и мы пели давно-давно уже вместе. Мы пели в детском коллективе, называющийся «Непоседы». Это детский коллектив. Это мы пели там давно, и потом просто мы выросли и решили, что надо петь вдвоем. И вот-вот мы вдвоем поем. Правильно. Все деньги в одну семью, правильно? Делись. Но ваша победа вызвала неоднозначную реакцию, скажем так, у воротил... шоу-бизнеса, у разных продюсеров. Например, писали в СМИ, что Юрий Зинчпис, например, считает, что вы победили благодаря богатым покровителям. Как вы? У вас есть богатый покровитель? Да, очень интересно послушать. Интересно послушать? Да. Все дело в том, что Юрий Зинчпис сейчас находится у нас на телефонной связи. Здравствуйте, Юрий Шмельевич. Он сейчас нас слышит. Здравствуйте, Юрий. Да, и Юрий Шмельевич, скажите, вы слышали, о чем мы сейчас говорили? Вы действительно считаете, что группа Smash в Юрмале победила незаслуженно? Добрый день, Андрей. Добрый день, Большая Стирка. По существу вопроса я в первую очередь хотел бы сказать так. Победителей не судят. И я совсем не согласен, как поставлен вопрос, потому что я официально нигде как бы не подвергал сомнениями решений жюри о присуждении первого места группе Smash. Эту группу я хорошо знаю, эти ребята, Влад и Сергей, еще где-то полтора года тому назад записывались у меня на студии, я знаю их очень хорошо, и поэтому я вне сомнения того, что они были достойны этого первого места. А то, что там говорят, или где-то за кулисами, мало что кто чего говорит. Я желаю им успехов. Спасибо, спасибо. Все, журналисты многое слишком перевирают, поэтому преувеличивают. Здесь сидит Евгений Орлов, ваш продюсер, да. Он продюсер группы «Отпетые мошенники», «Гости из будущего», «Слежки», вот теперь «Смэш». Вообще, вот самая невероятная история, которую вы слышали про «Смэш», это какая? Это вот например, та, когда меня не пустили... Сергея не пускали секьюрити за минуту до прямого эфира на сцену. Не пускали меня на сцену, потому что я забыл свой бейджик. Ага. И меня просто охрана не хотела пропускать же на вручение. Это на вручение уже было этой статуэтки. И я просто говорю, я выиграл, я победитель, пропустите, пожалуйста, меня. Мне надо выходить на сцену, потому что вот сейчас будут вручать уже приз. Прямой эфир, как вы не понимаете, нет, я тебя не пропущу. Я говорю, пожалуйста, беги в гостиницу за бейджиком. Я говорю, какая гостиница? Я говорю, сейчас у меня будет эфир. Ой. А что это за Полина у вас на конкурсе там появилась? Полина Ростова. Полина Ростова? Ага, ясно. Это певица же, правильно? А что да. Да, ага. У вас роман? Ну, а что это так всем интересно? Тут поклонницы сидят ваши, поэтому им-то интересно. Они пришли просто сейчас, разбейте им сердца, как статуэтку. Нет, нет, ни в коем случае нет. Мы с Полиной очень хорошо общаемся. Вот очень хорошая подруга, очень хорошая девушка. И вообще, мы все очень сдружились на конкурсе. Это все очень хорошие ребята, все сильные конкурсанты. И мы просто очень сдружились. То есть жениться на Полине Ростовой вы не собираетесь? Ну, нет. Нет, хорошо. Владик, вы же поклонница? Кто здесь поклонницы Смэша были? А, это вы поклонницы Смэша. Ну, вы счастливы? Я просто ради вас же добивался этого ответа. Ну, в принципе, да. А? Счастливы, да. Счастливы? В принципе, счастливы. Автографы у вас уже есть? Да, конечно. Есть. Не только автографы. И не только автографы? Да. Что же еще? Фотографии. Там где-то еще есть наши поклонники. Ребята, вас так любят все, что когда вы поете, рабочие колхозницы на своем постаменте подпрыгивают. Супер, спасибо. Так, что у нас здесь происходит? Ну, я думаю, что Матис просто отдыхает. Он давно отдыхает. Он же давно отдыхает? Мы еще успеем раскатить скамейку. Пока группа Smash сейчас исполнит их знаменитый хит, я думаю, что мы не отпустим их. Да, с удовольствием мы споем для вас песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Эта песня называется «Бель».
Наша сборная. И у вас все получится. Большая Сирка теперь снова вместе с вами. Каждый работает.